Друзья, всем привет и добро пожаловать на YouTube-канал Минского Динамо. Сегодня я не одна, а вместе с Васей Князюком. Вася, привет. Доброго здоровья. И это значит, что мы возвращаемся с подкастом о чемпионстве 2004 года, с момента которого прошло ровно 20 лет. И сегодня в гостях у нас настоящие легенды того самого состава. Андрей Разин, Леонид Кобель. Добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я постараюсь привыкнуть на «ты», о чем меня попросили в очередной раз сегодня все сидящие за столом. Почти все. Ну, а Вася, тебе слово. Ну, надо представить наших гостей. У нас в гостях лучший игрок чемпионата Беларуси 2004 года Андрей. И любимец болельщиков Минского «Динамо» той поры, про которого есть знаменитая кричалка «Леня Ковель всем забьет», Леонид Ковель. Леонид, сразу вопрос на засыпку. Сколько ты голов забил в том памятном сезоне? По моей памяти 9 вроде. Или 7. 7 в чемпионате. И еще 2 линии. Ну, это не считаем. Это про чемпионат. Не считается. Молодец, память хорошая. В какой момент болельщики начали тебе поддерживать? Не помнишь, ну, на самом деле я не помню, из-за чего это так получилось, но было очень приятно. По себе помню, всегда мотивировало, но, как всегда, много моментов, но мало голов было. Ну, хотелось больше. 2003 год. Андрей в «Торпедо СКА». Леонид в «Роаре». Как так получилось, что на тренировку вы пришли в «Динамо Минск»? Кто был инициатором? Андрей, в твоем случае? В моем случае в «Торпедо СКА» я был в аренде, просто я вернулся после аренды в «Динамо». Леонид? Ну, «Роар», мы были под «Динамо». Все футболисты, которые, ну, уже перерастали «Роар», шли, ну, в дубль. Кто в основу? Я помню, Дима Прохачев сразу в основу ушел. И на сборы уехал, как я помню сейчас. Поэтому так и получилось. Видно, позвали, я так понимаю, либо Юрий Антонович сказал. Я уже давно был, не помню, как точно. Для меня этот год начался с Новополоцка. Мы, по-моему, первую игру сезона играли на кубок в Новополоцке против «Нафтана». И как бы ожидания тренеров были очень большие, потому что они все были новые. Для них белорусская лига, белорусский футбол был новый. И все они были почему-то более чем уверены, что «Нафтан» — это вообще как бы для нас не соперник. И сейчас мы тут приедем, легко обыграем и поедем домой. Получилось так, что вылетели мы из кубка тогда в Новополоцке. И сейчас я не ошибаюсь, я вышел тоже на замену. Мы 1-0 проиграли. 1-0 проиграли. Да, 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 я помню. Сейчас болельщики, наверное, очень сильно удивятся, но на стадионе в Новополоцке яблоку было негде упасть. Биток был, помните, 5000. Все, теперь время полиции стиля немножечко. Поговорю за 2004 год. Ну, Андрей, вопросов как бы нет. Прическа еще в порядке для того времени. Если честно, я демонстрирую, все нормально. У меня есть вопросы. А вот к моему соседу у меня больше вопросов. Я сейчас их озвучу. Я прошу прощения, Леонид. А кто сказал, что вот эта вот повязка, ну когда всего, это стало трендом? Я прошу прощения. Я таких не даже было, сегодня не на видел. На самом деле, в то время длинные волосы было модно. Прохачев Дима это меня заразил. И мешали, реально в глаза лезли, ну, чтобы их убрать с повязкой. Ну, как-то было первое время сложно. Может, и не забивал то, что я носил. Это повязки, может ну, быть. Ну, так вот, пожалуйста, мы все и нашли. Забивал. Надо было просто красивую, ну, не ту, а то черную. А почему? Собирал. Мне наоборот кажется, такое время, тогда вот должны были спрашивать за такие вещи. Ну, особенно, когда 17 лет. Некомфортно было, на самом деле, мне с повязкой, честно. А вот, ну, травили в команде, нет? Все-таки самый молодой. Не травили, пихали просто. Не за повязки, а так за игру. Что ну, можно сегодня пожаловаться. Назад. Кто пихал больше всех? Ну, Игорь Ашков. Как это? Это мой любимец. Ну как? Отдашь точно другой шип, я виноват. Ну, прибивал очень жестко. Ну, было какое-то, наверное, неприязнь личная ко мне. Ну, время пришло. Все расставило, да? Пошли небольшие голы там, и все, мы как-то уже уравнялись чуть. А Андрей пихал когда-нибудь? Не, ну, Андрей интеллигентно велся по отношению лично ко мне. Нормально, не было каких-то пихачей. Ну, вообще, насколько страшно 17 лет? Ну, по сути, как бы и сегодня это редкость, когда такие молодые футболисты подпускают сразу к основному составу. И тут, как бы, тоже, наверное, все-таки было немножко какой-то страх? Ну, страх, скорее всего, больше, наверное, волнение было. После «Роара», я думаю, что мы были более-менее готовы, там, мы играли во второй лиге, бились.
Там, и тем более хотелось играть, тем более Динамо ходили в то время, там, одел эту кофту Динамо, и уже крылья вырастали на самом деле. Вот. Да, волнение было, но по себе помню, как-то мне быстро проходило. Я приходил в команду, оп-оп, и все, и уже растворялся. И уже ничего. Свой. Да. Ну, давайте тогда еще, наверное, немножко вернемся в начало 2004 года. Я думаю, самый, наверное, такой для всех все-таки момент, про который мы говорим в каждом выпуске, это смена тренерского штаба, смена тренера. Каково было отреагировать, что человек, который сидел рядом с вами, еще пару недель назад на скамейке, теперь как бы... Это мне вопрос. Это вам обоим. А мы на скамейке с ним не сидели. Да. И я на поле мы играли. Хорошо, в какой момент почувствовалось, что чемпионство – это не задача, которая озвучена в офисе, а это вот то, что нужно взять и выиграть? Ну, взять и выиграть – это касается игры с БТ. То есть вышли, выиграли, забрали. А, ну, постепенно шли, как бы, мне кажется, после игры с Шахтером, или Шахтер был как раз накануне БТ, по-моему. Шахтер был накануне БТ, 20 матчей дома они не проигрывали, а 60 матчей они 3 года или сколько-то там, да, в книгу Гиннесса они хотели, или попали, не знаю. Не попали, не получилось. Потому что Андрей попался, чтобы не помнить. А есть такой интересный факт про 2003 год. Что в 2003 году кое-кто из вас мог перебраться в Ганновер 96. Это я правда? Там у вас подсмотрел, что-то. Да, я тоже у себя подсмотрела. Как бы это вроде меня касается, но такого не было. Ну, я, по крайней мере, не помню. Это уже в то время агенты начали работать, чтобы поднять зарплату Андрею. Есть еще тогда у меня такой вопрос. Как правило, почему-то всегда смена тренерского штаба в «Динамо». Ну, как говорится, пришел май. Тренеры меня. Как вы думаете, почему это был всегда май месяц? Почему это был любимый месяц для смен? Почему не июнь? Почему не август? Может, в июне уже поздно было бы? А в апреле еще рано, да? Не, я шучу. Ну, просто, наверное, к маю, получается, уже отрезок сезона проходит, на основании которого можно делать какие-то выводы и понимать, правильно, неправильно происходит. Туда мы идем, не туда мы идем. Ну, поэтому так и получалось. То есть конец марта, начало апреля, это тогда, может, и в апреле начинали сезон. Мне кажется, тогда да, чуть, может быть, чуть попозже начинали. Да, тогда. Да, чуть попозже. Да, поля были такие. Да, и ну вот, там сыграли 5-6 игр. Ну, какие-то выводы уже. Хотя, когда, мне кажется, мы на втором месте были. На втором месте? Когда произошла эта смена. И от первого у нас максимум 2 очка было. Там провала такого не было, по сути. Да. Чтобы убрали. По-моему, 5 игр. 3 победы, наверное, ничья и поражение, скорее всего, что-то типа такого было. Так и было. Ну, самая памятная игра – это час просто. Какая, может быть, игра была самая обидная в том сезоне? Какое-то поражение? Или, может, какая-то просто самая тяжелая игра? Вот какая оказалась, как с Новополоском, что приедем, выиграем, а поехали в другом направлении уже в Минск, в другом настроении. Кому мы проиграли-то? Я тоже, я такое чувство, мы не проиграли. А, да. Одно. На торпедо, да, по-моему, проиграли там. Первый матч Шуханова в Гомеле или дома? Тренерский. Первый матч тренерский, в Гомеле 2-0 проиграли. Сняли Шубина, как раз пауза на сборную, и мы поехали, проиграли. Не такого, помню, что не прям помню. Явно вот, засело, точно нет. Вот мне с Лилем обидно было проиграть. Мы, ну, не проиграть, мы ничью сыграли. Там, да. 2-1 проиграли. И мы вели дома, по-моему, 2-1. Да, мы хорошо играли, я помню, да хорошо и, играли. Конечно, ты же в двух матчах забил, как вы же. Ну, там, деле, конечно, по игре там много зрителей такой, было. Там. Зрители, да, такой. Ну и Лиль, наверное, это самый памятный матч в Еврокубках? Или есть что-то года? Такое? С того года? Вообще в целом. Для вас, может, даже не только в «Динамо», в целом, может, наверное, самый такой сильный соперник, с которым у меня памятный был Еврокубок, когда мы поехали, я не помню, с кем играли, когда Юрий Шуканов забил там с 30 внешних своих, как дал. Жара была. А это мы с Мидерова играли. С Мидерова, с Архив как раз таки. Вот, я просто, как сейчас помню, мы разговариваем с ним, он говорит, бей так, ну, меня учил постоянно бить. И потом выходим на игру, как меня учил, он так забивает. И такой, ну, сумасшедший гол забил вообще. Что-то я вот запомнил хорошо. Дома проиграли, а там выиграли. Да, там именно прям, да, надо было. Дома проиграли. Им проиграли, да. На тракторе проиграли, концевой первый матч. Остроушко мечет гром и молнии на пресс-конференции. Он вообще такой на язык острый был. Он на пресс-конференции рассказал.
сказал непечатное слово, встал и ушел. И тренер... Нет, тренер Смедерева обиделся, встал и ушел. Ревновали к... Ну, или как... Я просто помню недоумение в раздевалке. Матч проходит, там у нас тяжелый матч, там хорошо выиграли, там открываешь, там 4-4-4-4. Там кто-то где-то ни о чем. 5-5-5-5. Я скажу, у меня по оценка всегда была. Забил — такая оценка, не забил — такая оценка. Не было таких прям высоких оценок, не знаю почему. А всегда же раньше покупаешь призбол, да, в автобусе, и сразу, оп, какая оценочка, да, когда забиваешь особенно. Обычная. Ну и спокойненько, закрыл, начал смотреть там дальше. И выкинул. Ну можно было позвонить, сказать, добрый день, я прошу прощения. Еще было раньше вот это смотреть, фотка твоя есть или нет. Листаешь, есть ли фотка. Можно было понять, если фотка есть, по идее, оценка должна быть повыше, да? Ну да. А Инстаграм у вас есть, кстати? Ну, Леонид, я знаю, что у тебя есть. Есть. Мы подписаны, там, зашибись, там рыба часто очень получается. Даже чаще, чем ты сам, там обычно. Там либо рыба, либо собака. Ну, бывает. Это... Ну, собака – это ежедневная, а рыба по выходным. Рыба по выходным не так много, поэтому не так часто. Ну, с Маргони, короче, с рыбалкой все нормально. Конечно. Можно приезжать. Приезжайте. Рыбалка сумасшедшая. Кто готовит? Готовит, а что им готовить? Сам можно приготовить. Почистил, пожарил за 2 секунды. В Минске жил. Готовил кто? Да я умею готовить. Я РОР прошел в РОРе. Как? Тоже же готовили сами себе. Кстати, ты же, наверное, в общаге жил. Конечно. Начиналось, да. Ролтон начинался, сосиски. Моя любимая рубрика. Потом пельмени. И потом дальше пошло. Там яичница и мясо. Общажные истории. Так. Ну что? Что там было? Ну, в бедные времена был. Нам просто... Тигарев мало что рассказал, мы хотим больше. Просто ролтон был с майонезом, потом чуть деньги начали появляться, сосисочки появлялись, а уже потом пельмешечки. А майонез пропал или? Майонез всегда, без майонеза никак. Болельщику приятно и весело слушать истории про всяческие интересные вещи, залеты и походы, но просто так чемпионат не выигрывался. Команда все-таки была достаточно ответственная очень. Я еще помню, нам, по-моему, за каждую тренировку оценки ставили, да? И висело, да, да, как было, табель было, такой. Было такое, да, было, было. Да. Я смотрю, оценки было очень популярно в 2004 году ставить, да? Везде. Да, и в газете. Были, да. И стен газет. У него такой тренерский альбом был, к нему заходишь, а там, ну, не А4, то есть не тренерский был, а у него прям альбом такой, альбом открывает разноцветными карандашами, то есть он... Да, старые это... закалки такой, видно уже. Да, так серьезно подходил к процессу. А прозвища какие-нибудь у вас были? Конечно. Так. У меня только в Руваре было. Какое? Ракета. Старше кидали, все. Потом всю карьеру проиграл, у меня ни одной клички не было. Да, не играли. Ну, вот на самом деле. Странно. Только я раздавал все, сколько помню. Так, Андрей, какая кличка? Ну вот тогда Павлюкович, по-моему, меня прозвал Юрик, потому что я юрист по образованию. Ну, у меня первое образование юридическое. Я же из Бреста, и первый год открывался, только не было юридического факультета, он только, скорее, он правоведческий назывался. Только первый год открывался, я, ну, неплохо учился, так скажем, так в школе. Ну, решил на спортфак не поступать, а попробовать на... Нет. Ну, поступил, учился. Поначалу даже эту стипендию повышенную получал, пока это... Пока карьера в гору не пошла, да? Пока футбол совсем не затянул, да. На 20-летие чемпионства уже случилось 31 октября 2004 года. Да. Тут недалеко, да? Что, мы собираемся или нет? Ну, вообще, у вас есть, может, в планах собраться, может, как-то отметить что-нибудь? Ну, вообще... Никаких шагов никем, ну, не было образом, принято. Да, если бы тут там начали общаться. Мы не намекаем, что-то... но мы намекаем, что, кстати, вот тут в ПАВе 82 можно неплохо собраться и отметить. Я думаю, Минская Динамо возьмет свои руки. Ну, было бы интересно так собраться, да, пообщаться, это 20 лет это... Леонид, что подарили на награждение за чемпионство? Блин, по-моему, мне подарили карточку с деньгами. По-моему, ну в этот год. Когда дарили, ну, по-моему, да. И еще есть вопрос, на который... Тогда уже были карточки? Или да, это была первая в Беларуси карточка? Я не знаю. Это, я говорю, точно не скажу, по-моему, да. Есть вопрос, на который предыдущие наши гости так и не смогли ответить. Просили принести медаль и показать в кадр.
Где ваши медали чемпионские? Когда вы их последний раз видели? Я скажу, у меня, скорее всего, дома висит, там уголок такой небольшой, там медали. Некоторые медали я все там в школу в Сморгоне попросили, в музей отнес. Ну, почему пускай люди смотрят, там, знаешь, попросили там майку. Да. Либо дома, либо в музее, вот, точно. Точно дома. Точно дома. Да. Ну, хотя бы есть уже что-то. Ну, точно, да. Хорошо, тогда время нашей любимой истории в третий раз ее послушать, наконец-то, от первоисточника. Там будет еще одна история. Андрей. Да. А что подарили за лучшего игрока? Я, кстати, читал, кто-то писал, но это было на следующий год. Это было после 2005 года. Мне подарили реально книжку. Да, мне реально подарили книжку про Siemens компанию. Красивая книжка с иллюстрациями. На немецком языке, да. Ну, я ее там листал, ничего больше не нашел. Закладки не было. Может, выпало, что, может, как у Лени карточка должна была быть, не знаю. Да не, в то время лично мне, ну, понятно, что у кого уже были семьи, то другие деньги, блин, мне там куда. И все равно после РУОРа понятно, что уже намного больше. А тогда, мне кажется, не только там Батэр, мне кажется, там многие команды что-то достойно могли платить, там и Горин, да, по-моему, и там. Ну, хороший, да, у всех там плюс-минус там, ну, деньги были на лидеров, точно были у всех деньги. Да, то есть деньги плюс-минус одинаковые были. Я думаю, что и премиальные даже бы поболее были у кого-то. Ну, да, у нас премиальные, как скажем, не очень большие были, да. Ну, по секрету, выиграли и нету их. На утро нету. А что было после награждения? Машину я побил? Да. Не, это было сразу после... После игры? После игры, когда мы БТ обыграли, и мы в Броваре встречались, и это было до ресторана. То есть не на выходе, а на входе. Что побили? Это... Машину сам побил. Доктору, да. Ну, сам почему? Не, ну я могу сказать, что доктор виноват. Он подъехал так близко, что я не видно, не видно его было, да. Ну, специально тебе надо было покрасить, подставиться. Не, ну я шучу, но да. Доктор сейчас в команде, мы у него уточним обязательно. Разбил машину я ему сильно, да. Я задним ходом сдавал и как бы весь период ему снес. Хорошо, а кто был главный в команде тогда по приколу? Молзенков, если... могу сразу сказать. Что-нибудь, что, ну, он... Ну там еще кирпич этому Михайловичу в эту сумку докторскую. Было такое. Да там всякое, там выдавал, там, не знаю, даже каждую тренировку. Я помню, на игру выходим. Ноги такие чугунные, блин, сейчас нас типа отвозят. Как начнется, как начнет носиться, блин, всегда, блин, такой машина, блин. Ему всегда плохо было, всегда что-то болело. Да, что-то тяжело, ой, тянет, да, блин. А вот на игру выходит, блин, не остановить, блин. А после игры опять все. Да, плохо, устал. Это опыт называется. Гол помнишь? Помню. Да. Гол получился прикольный, да. Угловой, по-моему, нам подавали. Нам подавали угловой, я стоял, наверное, мне не доверяли играть где-то с кем-то на угловых. Подальше от ворот. Да, подальше от ворот меня держали на стандартах. Я, наверное, на подборе стоял. Мяч от Челе, наверное, мне мяч отскочил. И я побежал. Ты сел на такси и просто побежал. Да, и, по-моему, я по пути никого и не обыграл так. Я просто бежал по прямой. И никто не смог догнать меня. Ну как? Меня. Да. Как догнать? Куда? Да. Сзади Трубило бежал. Трубило, да. Трубило Тавгай исполнял, он этих отсекал возможных преследователей, да. Ну и получилось, что я просто по прямой пробежал 70 метров или сколько и забил гол. Слушай, ну золотой матч, золотой гол, но там в том сезоне было еще дюжина голов. Что-то еще запомнилось? Ну, вот, может, не красотой, а важностью или чем-то? Шахтеру гол. Ну, он был, когда мы в Шахтере выиграли. Это Зимон, очень важная игра была, потому что без этой победы, ну, тяжело было бы. А в Солигорске никто не мог выиграть. И Солигорск уже тогда команда была серьезная. И конец игры-то был, на самом деле. Минута 83-я какая-нибудь. Ну да, я же говорю, у нас несколько матчей было таких на тоненького, да, мы вот выигрывали минут. Леня, а ты забивал. Леня Ковель всем забьет.
Для тебя это был первый год в «Динамо», и ну, что-то же должно было отложиться. Кстати, а когда появилась эта кричалка? Вот тоже у меня сразу. Ну, я не вспомню, когда она появилась. Ну, я смотрел свои голы, блин, ну сейчас вспоминаешь, думаю, блин, верните мне мои голову, блин. Мой 2004? Ну, я просто не глядя бил постоянно, там сваливался этот мяч. Ну, верните повязку. Да, верните повязку. Просто все приходит с опытом, да, на самом деле, сейчас смотришь тоже. Все через это проходят. Мне сколько говорили старшие, делай так, так, так. Ну куда? Все равно дело по-своему. Ну, как есть, так есть. Это вот в чьи ворота прицелка была? Там написано. Так, трактор. Там угрожает воротам соперника. Это Дарида. Это Юркевич, это зеленая форма Дарида. Я так думаю. Очень красивый такой кадр. А забил тогда или нет? Ну, очевидно, мимо летит. Только если так. А вдруг? Кому треуголку попадет? Дариде 4-0, два гола забил. Не, это же Динамо, а я забил ему на Дариде. На Дариде. А это Динамо. А, я ж не вижу. Ну, тут немножко по прическе тоже, да, такие какие-то вопросы? Ну, ветер дул, наверное, сильно в ту сторону. Причем очень сильно. Ну, вот, Сася, вы как люди, скажем так, ну, и работавшие все-таки, ну, в любом случае, с нынешним поколением футболистов, насколько, вот, может быть, нынешнее поколение отличается вот от того, что было, особенно молодые ребята? Насколько все-таки вот молодость 2004 года и нынешняя – это такие разные прям понятия? Насколько отличаются сами по себе молодые игроки? Андрею виднее, как тренеру, ближе поработать. Ну, все поколения отличаются. 100%. Ну, абсолютно. И как бы я даже сегодня с отцом ехал, и он говорит, о, какая музыка хорошая. Он говорит, не то, что сейчас. Я говорю, подожди. Каждое поколение говорит про то, что вот у нас была музыка, а сейчас это ерунда. И потом ты становишься постарше и говоришь абсолютно... Сначала ты говоришь там, родителям своим, да ну, что там ваше. Что ты понимаешь. Да, а потом через там, 20 лет или там, 15, ты начинаешь точно так же говорить. Поэтому говорить одно лучше поколение, либо хуже поколение, оно другое поколение. Да, ну понятно, да. Что оно другое, просто чем они отличаются, может быть, не в том плане, что лучше и хуже, а вот просто... Мне кажется, у них, кроме футбола, гораздо больше других возможностей, на самом деле. То есть, там, для нас интернет, по-моему, появлялся, или был он вообще, я не помню. Только первый компьютер. Я вот помню, кто-то по скайпу разговаривал, для меня это было дико на сборах, это уже было вообще позже. Тогда это вообще, ну как так разговаривают, видят друг друга? Это я вообще... помню, когда ты в Турции на сборах, и тебе, ну вот мне жена звонила в номер. В номер звонили, да, брали. Да, и потом ты приезжаешь домой, счет приходит за телефон. Ей-то там скучно. Да, на самом деле. А не клуб оплачивал? Клуб не оплачивал? Да, домашний. Можно было попробовать с номера туда позвонить и потом сказать, что это как бы не я, а оно само. Контейнерский штаб разговаривал. Может быть, в этом случае клуб бы и оплатил. Но потом, может быть, в зарплату и этой суммы и не хватило бы. Штрафы были в том году? Были. За что? У меня? Не, у меня не было. У меня был, по-моему, на следующий год. Штраф за желтую карточку меня штрафовали. Я помню, Юрию Александровичу не понравилось, как я получил эту желтую карточку, и меня штрафовали на сумму, которая в два раза превышала возможные премиальные за эту игру. То есть получалось неплохо. Да, лучше бы было вообще как бы дома посидеть тогда. Я не тот. Не было штрафа. Мне постоянно пихач был, вот и все. Мне Юрий Александрович, я как машина заезжала на базу, все, у меня настроение пропадало. Постоянно что-то было. Вес, лишний вес в тренажерке, чтобы тебя не видел. Но я ходил одно время в тренажерку, но реально набрал веса. Мне тяжело. Я тебя здесь увижу, мне все, понял. Может, майонез, нет? И ролл. Нет, там уже на базе кушали, уже посерьезно. Тренажерка. Там тренажерочка, да. Ну, правда, бывало, на самом деле джинсы одевал, но вот серьезно. Я вспоминал, я бедрышки чуть поднабрал, блин. Ты думаешь, кто постирал джинсы? Ну, потому что это новый, наверное, что-то уже не то. Ну, про то, как Рожков прихватывал, мы уже слышали. А кто дядькой был? Вот для вас, молодых. Дядькой, который наставник, который вел, подсказывал. Успокаивал. На поле или в
Бутон. На поле, в Бутон, ну ты приехал на базу, вот ты в команде. А чьей машины настроение поднималось? Может, Андрей. А чьей машины? Какой? У меня 24 или 20 сколько было. Я так вам приезжал на базу, ну, наверное, тем не менее. Когда бухгалтерия приезжала, я машину не помню. Не, Павлюкович постарше других. Да, Серега был самый такой, как понял, в бане постоянно сидел там. Самый взрослый был. Ну да, и серьезный тогда он был. Но я помню момент, мы всю жизнь запомнил, Сергей Гигеевич выходит на замену, еще мяча не коснулся, и я говорю, ты вышел, я помню, еще мяча не коснулся. Мартешкин поначалу был тоже. Был тоже Мартешкин. Помнишь, как фамилию Мартешкин вообще не давалось? Шубину? А, да. Каждую установку? У нас каждую игру в воротах был новый вратарь. Да, накладка. Потому что он был то Мартышкин, то Матрешкин. Да, да, выстрелило нормально. На груди было Siemens Mobile. Да. А в кармане был Siemens Mobile или не дали? У кого-то книга была Siemens Mobile? Давали, кому-то дали. В Еврокубках давали телефоны, кто забивал голы. Помнишь? Ты же Лилю забивал? Нет, точно давали, но да. Я не понял, мне вроде не давали. Не знаю. Или, может, как-то дали? Мне дали, потом сказали, я забил, не помню, 3, по-моему. По-моему, 3. Мне сказали, у тебя же есть телефон, мы вратарю дадим. Ну, видишь, как все логично, должны были дать телефон, в следующем году книгу к нему как раз. Ну, меня уже готовили. Функции проверил, как пользоваться. Да. Это был единый подарок, просто на две части поделили и все. Нет, телефоны вот давали, давали за голы Еврокубков. Давали телефоны. Да. Мне кажется, тогда уже у всех телефоны-то и были. Были, уже в то время уже, мне уже в Рори уже был телефон. Связь была дорогая просто. Да, он просто был. Знаешь же, будильник заводили, там, алло, ходили там, типа разговаривали. Телефон просто был. Ну да, засунешь так тебе с телефоном. Главное было не поставить, чтобы потом второй раз будильники зазвонили, когда разговаривали. Так у нас был там в Роре Якуб такой, ну, сам взрослый, он там вообще ходил со щетиной. И тоже ходил, он им, алло, раз разговаривает, им звонят. То все бы упали, блин. Какие-то моменты взаимоотношений с болельщиками остались в памяти? А после чемпионства как-то они вас, ну, так может, как-то отдельно поздравляли? Что-то какое-то, может, после чемпионства какое-то общение с ними было? Ну, мы, по-моему, майки все свои повыкидывали, да? Не, я как сейчас помню, я бросил майку, там сейчас даже фотки там, снимают. Там, фотография есть, что мы там... Да, там холодно было, там куда там мурашки на коже, а голова кружилась. Мы приехали в Бровар и были на втором этаже. Ну так, вот, вот, без майки, лиц. А я уже байк, я тоже майку дал в байке, байку надел, потому что холодно было. Так, ну я тоже без майки, все щедрые, да. Так, Челей без майки, все нормально. Да все выкинули. Кто в байке, кто выбрасывает, так понимаю, я тоже в байку, потому что точно выбился. После матча приехали в Бровар, и мы на втором этаже были, а внизу гуляли болельщики, забили в рейс ресторан, и каждые там 3 минуты скандировали фамилию футболиста, он выходил. Да, болельщики, это был праздник. У меня есть фотография, я приехал на эту игру, там, приезжаешь заранее, там, камеру поставить, все. И Ленинградский сквер, так называемая Ленинградка. Там собирались болельщики, не фан-сектор у них отдельно, а вот знаменитая девятка и просто те, кто там на центре. Их собиралось достаточно много, я постараюсь эту фотографию передать в этот эфир. Приходил болельщик с черным пакетиком, 5 минут в пакетике все заканчивалось, и шли на матч. И вот ты приезжаешь, ну какой состав сегодня, ребят, все увидите, все узнаете. Ушел. И после матча, вот сколько от Динамо идти до Бровара, на всех фонарных столбах завязывался шарф, висели, фотографировались. И вот я очень хорошо помню, что Бровар, и они каждые 3 минуты вызывают футболиста. Есть фотографии. Они сверху, болельщики снизу. Был праздник. Да, фоткались там, по-моему, автограф дали. Ну а гуляли вообще как тут вечер на руках? Да, нормально. Прилично. А у нас же еще один тур был, кстати. У нас был один тур. Ты еще что-то был? Да, еще. Это же были... Не, кто выходил? Одна, по-моему. Один матч чемпионата и последний матч сезона. В Бобруйске. В Бобруйске, да, еще играли. А кубок мы опять проиграли, по-моему. Да. Мы и первую игру кубок, сезона кубок проиграли. Динамо. Не шло, не шло. И последний. Мы, по-моему, проиграли там. И наш турнир, если честно, зиму я как не посмотрю. Витебск мы обыграли, и Витебск вылетел, по-моему, из-за этого. Витебск первый забил, и мы потом три. На Витебск
появились. А стадион вот уже новый был. Да, уже новый был, да, стадион. А вот с Бобруйском не пошло. Уже все, видимо, в отпуске были. Все. Погуляли нормально, но все потом пришли. Игорь Рыжков только пришел с небольшой травмой бытовой. Лёня, ты? Нет, я. Поквитаться за... Объясни. Там же у нас была дружба. Сбор только первый был сложный. Нормально все. Ну а так вообще, если немножко подытожить, вот вспоминая, может быть, что было 20 лет назад, о чем-то вот, ну, жалеете или тогда все было супер? Или есть вот что-то, может быть, что обидно, может быть, что-то не получилось вот такое, что хотелось тогда сделать, но вот... Ну, блин, жалеть, конечно, я думаю, каждый футболист о чем-то может пожалеть, и где-то по-другому бы себя где-то в чем-то, ну, образно тоже, помню, тренировка прошла, там восстановительные, там никаких, я массажа вообще не делал, там не заставляли, по-моему, Динамо. Быстрее даже не кушал, убегая с этой базы. Понимаешь, что потом приходит, что, ну, восстановление, больше там над собой работать, там, ну, тоже в Динамо мне техники не было, мяч отлетал там, нахер не знаю сколько, где-то оставался над собой работать, ну, и, в принципе, раньше как, не было таких, как образно, и валиков, и резинок таких не было, ничего ж такого не было, как сейчас, да, вот, именно. Другое время, как бы, а жалеть глупо, я думаю, что все прошло достойно, значит, так надо было, скорее всего. Был очень хороший год, и, как бы, если уже об этом жалеть, то да. Чему же тогда в жизни, чему же тогда в жизни радоваться, да. Но поэтому абсолютно никаких сожалений по поводу 2004 года. И очень хороший год. Приятно вспоминать. Ну что, если у нас истории нет, тогда будем прощаться. Как раз таки 31 октября вспомнить этот год, встретиться с болельщиками, встретиться друг с другом. Можно здесь, в пабе ПАБ 82, стадион «Динамо». Самое атмосферное место на стадионе. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо за этот подкаст. Ну а мы прощаемся и увидимся в следующем выпуске. До встречи. До встречи.